Окей. Он говорит, пускайся. Окей. Смотри на меня. Окей. Если. Окей, я считаю 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск. И ты отпускаешь руку. Все, не думай ни о чем больше. Я считаю. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск. Ай, блин. Сорвалось. Лен. Надо немножко подинамичнее считать. Прочитай. Марик, Марик профессиональный щиток, что никто не делал такого. Да, сейчас Марик будет считать. Не смотри никуда. Смотри. Слушай, Марик, я как бы считаю от 5 до 0 и кричу пуск. Да? Ты если можешь, отпускаешься. Нет, если не делаешь? Можешь, то Илюха отпускаешься. Я еще раз посчитаю. Главное, расслабься и слушай просто, как я тебе считаю. Если не можешь, то я бью ногой в живот. Не смотри вниз. Нет, не прыгай там на месте. Не на месте, точно как ты делаешь? Это я. Точно как ты делаешь, только на 20 сантиметров назад. Лера, ты готова? О, вот так, вот так, вот так, вот так, да, да, вот так, беги, вот так. Нет. Не, лучше на него не смотри. Ну, давай. Лучше вообще вниз не смотри. Прыгаешь и кричишь пипец. Просто встань. Лучше смотри на нас. Я ни в одной не буду. Встала. Я считаю. Смотри на руки. Стоит. Я считаю. Пять. Не, не вниз. Потом же бежать. Ой, я не могу. Подожди. Не смотри вниз. Смотри на цель. Зачем вниз? Зачем вниз? Вот смотри, смотри. Без советов. Я прыгнешь. Ну уйди. А нам как страшно. Лер. Ты не держишь. Ты сейчас стукнул один раз, и ты улетел. Ну ты сейчас пальцы отщипнет и все. С 5 до пуска. Если не прыгаешь, я бью ногой в живот. Ой, блин. Лер, не смотри туда, все. Второй вариант хуже по-любому. Не хотя бы за что-то держаться, тут ничего нет. Давай. Ты сразу возьмешь. Ты вцепишься в веревку сразу. Да. Давай, короче, я считаю. Дайте пиво. Вот готово? Вот так. Вот так, да. Вот так встала, я начинаю считать. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск! Я считаю еще раз. Только попробуй, как бы представь, что ты отпускаешься на пуск. Хочешь, чтобы тебя кто-то отпустил? Не сбивай ничего. Когда я кричу пуск, слышишь? Нет, я не могу сейчас вылезать. Это мне страшно. Назад нельзя, здесь Илюха сидит. Не, никак, только вниз. Слушаешь меня? Дайте мне попить. Перед смертью не напьешься. Он у Вовы уже кончается камера. Не, я бы походил. Память. Да, слушаешь меня, когда я кричу пуск, ты просто представь, вот, что ты отпускаешься. Неважно, можешь на следующий раз, я еще раз просчитаю. Просто представь, что ты отпрыгиваешь. Ну, насколько у тебя как бы... как это происходит? Слушайте, что творится с ребенком? Встала? Блин. Я считаю. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск! Молодец! Все, молодец. Молодец, я думал, она не прыгнет. Сейчас главное ничего не перепутай! Дай мне несколько.